Всем добрый день. Мы находимся с вами на границах пляжа Свирский, на который сейчас обращаю ваше внимание, и дельфин, на который я не обращаю сейчас ваше внимание, но буду обращать еще больше, так как планирую сейчас совершить прогулочку по пляжу Дельфин. В Лазаревском сегодня тепло, хорошо, но этот ролик вы увидите не сегодня и не завтра. Точно. Когда? Точно не знаю. Но имейте в виду, что декабрь месяц, в Лазаревском достаточно тепло, люди ходят на сапах, но этого героя я вам показать тоже не смогу. Либо я должен здесь стоять долго-долго его ждать, когда он придет сюда, дойдет своим ходом, либо идти ему навстречу. А у меня в планах сейчас посетить все-таки пляж Дельфин. Видели вы его и в момент шторма века, и в момент после шторма века. Поэтому, в принципе, мы сейчас с вами просто гуляем, и вы смотрите, вспоминаете пляж. Андрей особенно вспоминает свои любимые места, хотя вот сейчас они немножечко замусоренные. Привет ему в Москву, семье и собачке. Забыл, к сожалению, как ее зовут. Пойдемте прогуляемся. Посмотрите на море и на обстановочку на пляже. Море сегодня замечательное, как будто бы летнее. Или осеннее. В этом году оно вообще было классное. Я уже в предыдущем ролике об этом говорил. Водичка прозрачная. Камешки видно. Хорошо. Галька на пляже Дельфин. Ну, на сей момент хорошая, мелкая, с песочком. Все, кто очень любит песок, пожалуйста. Но песок Москвы, он все равно потяжелее, чем такой вот речной, как даже чем тот же дубайский, вот если меня есть чем сравнивать. Да и в Луге тоже доводилось мне на озерах отдыхать. Он чуть-чуть получше, на мой взгляд. Почему? Потому что если ветерок подует, там будешь весь в песке. Наши, особенно мелкая галька, тут вообще шикарная. Она не летает. Обратите внимание, судно «Мария» ушло в море. Сейчас наверняка придет через какое-то время с уловом. Не знаю, но, скорее всего, вам я ее не покажу. Не дождусь просто. Рыбаки вон сети готовят. Ходят ласточки. Я уже говорил в предыдущем ролике, он даже чем-то мне напоминает этот. Чтобы вы не волновались, многим еще предстоит путешествие в наши края. И они вот переживают, как там поезда ходят, не ходят. Все ходят, ребят, все хорошо. Поезда ходят, люди ходят, самолеты летают в аэропорт Адлер. Да, были затруднения, хотя не знаю, возможно и сейчас есть определенные затруднения, связанные с тем, что у нас осталась одна колея, если раньше по Лазаревскому было две колеи, сейчас одна. Поэтому реверсное движение. Один, как говорится, пропускает другого. Что-то на ребята таких похоже, кажется, я с ними встречался еще в Дубае. Так похоже. Но нет, не они. Море сегодня серебряное. Солнце тоже. Ну а здесь вот, я, честно говоря, вот, мне кажется, что здесь что-то было. Что было, я не помню. Но какая-то открылась площадка такая. И я наблюдаю вот эти металлические столбики внутри. Вот, наверное, они что-то и держали. Здесь были. В этой части я не обращал внимания на изменения, которые произошли. Видите, он тут тоже пострадала малость, разбила. Наверное, это все-таки было какое-то кафе. Бог его знает. Раздербанило. Кто-то готовит шашлыки прямо на берегу, втихаря там спрятался. Я не буду показывать. Не хочу палить людей, пускай отдыхают. Спрятались себе тихонечко, там что-то жарят. Ну и пускай отдыхает. Пляж, мне, я не знаю, если честно, но мне кажется, что он стал несколько пошире, чуть-чуть побольше. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, это не совсем так. Но по моим ощущениям, может быть, он без лежаков такой стал большой, но мне кажется, что он стал несколько поменьше все-таки. О, побольше, извините, побольше, чем был. Галька по-прежнему такая же удобная, хорошая. С элементами песка.
Я имею в виду пляж сейчас. Понятно, что на пляже сейчас происходит восстановительные, ремонтно-убирательные работы. То есть все, что сломал шторм, убирают. Все, что можно, восстанавливают. Ну, в общем, ребята занимаются этим вопросом. Сейчас пока еще рано говорить о чем-либо. Я имею в виду о глобальных изменениях, которые могли произойти. После восстановления, я имею в виду. Видно, что строения металлические слегка погнулись. Мне кажется, они идут такие легкой волной. Либо их нужно будет укреплять, равнять. Ну, в общем, специалисты в этой области разберутся без меня. Все-таки пляж стал пошире. Получше стал дельфин. Как говорится, с какой-то точки зрения шторм пошел дельфину на пользу. Вот так вот можно сказать. Опять слышите наверняка сигнал. И понимаете, что поезда ходят, а люди должны немножечко постоять. Солнце окончательно спряталось за тучкой, или вернее за облаком. Ну так вот пропал свет. Свет, как говорится, божий. Вот смотрите, тут металлические каркасы, вот эти, которые держали навес, да и сами эти вот платформы, на которых люди отдыхали, пострадали сильнее всего. Не знаю, возможно, их уберут вообще, а возможно, восстановят. Главное, что пляж классный стал. Вот реально, мне кажется, он уютнее намного, чем был. Его убрали. Ну, я имею в виду вот эту вот часть, которая прибрежная, вообще убрали. Тут все чистенько. Там вон какая-то кучка с досками валяется и все. То есть люди занимались вопросом благоустройства, наведением порядка после стихии. Те, кто отдыхал на пляжах, подскажите ваше мнение, каково? Что изменилось, я имею в виду по площади самого пляжа? Понятно, что по набережной еще говорить что-то рано, потому что уж больно рано что-то говорить. Таким серьезным восстановительным работам еще наверняка не приступали, в связи с тем, что сначала надо все это разгрести. И если обратите внимание, отсюда прям видно, что набережной не осталось вообще. Ну, в этой части я имею в виду. Остались только бетонные каркаса и все, что делали, залепляли ранее, все исчезло, вымыто. И вот такой вот здоровенный курган из гальки. Если его грамотно распределить по морскому берегу, то я так думаю, что пляж увеличится еще больше. Возможно, пляж сделал себе маленький такой стратегический запас на весну. Ну, думает, кто его знает, что там будет той весной. Сейчас вот немножечко так припасем себе гальки морской, а потом ее весной разгребем. Все, уже вижу кафешку. Скоро сам пляж закончится. Хотя территориально, мне кажется, что за кафешкой еще тоже там как бы был этот. Это место называлось пляжем Дельфин. Во всяком случае, я там видел такой вот большой щит с надписью «Пляж Дельфин». Ну, думаю, в этом году отдыхать там наверняка будет не очень удобно. В связи с тем, что там просто как бы с местом будет так. Ровного места вы не найдете. В море тоже какой-то черный квадрат плавает.
Не знаю, что это такое. Но похоже на буйки такие, знаете. Что-то такое, как будто бы, наверное, связано с рыбной ловлей. Ну вот, как таковая набережная здесь уже заканчивается. Метров через 30. За этим бетонным строением. Ну, я вот пытаюсь вспомнить. Где-то год 20-й, да, кажется. Здесь мы с вами встречали, провожали закаты. И у меня такое ощущение, друзья мои, что в принципе море осталось на том же удалении, что и было 2-3 года назад. Чем? Точнее, я это обосновываю. Смотрите, вот этот каркас самой кафешки. Вы знаете, что не так давно ее, в прошлом или позапрошлом году, чуть-чуть изменили. А само строение ранее было вот здесь. Вот именно здесь я, кстати, и ставил камеру. Возможно, пляж прирос. Если прирос, то на незначительное такое расстояние. Метр, может быть, метр полтора. Вот так вот. Как бы так. Там дальше ведутся по-прежнему ремонтно-строительные работы. Как вы знаете, я не хожу по железнодорожным путям по ряду причин. Есть у меня, как бы так сказать, договоренность, что я не лазю там, где не надо. Вот не знаю. Хотя обращал внимание, что многие лазят, и многим как бы пофигу. Но если обещал, что тоже не буду. Издалека покажу вам, вот как укрепили берег. Явно вторая полоса будет работать в полном объеме, но чуть-чуть попозже. Я имею в виду железнодорожная полоса. Да и близко тоже подходить, там ребята наверху что-то делают, перебирают. Снег, башка попадет, совсем мертвый будет. Буду. Ну что, друзья, вот такое вот море, вот такой вот пляж Дельфин мы с вами прогулялись. По нему, можно сказать, от начала до конца. Тут, в принципе, еще метров, наверное, вот 20. Как заканчивается вот это вот заведение, все, там уже не пляж. Там даже, если только стоя. Ну, может быть, можно вот этих вот треугольных, мне писали, как они называются, вот эти бетонные штуковины. Я никогда в жизни не запомню это, извините. Вот, может быть, там как-нибудь можно будет стоя либо присесть. Всем говорю до свидания, всем пока. Буду думать, как мне выбираться. Надо как-то наверх забраться и пойти прогуляться по каким-нибудь прибрежным улицам. А тут у нас, в принципе, не так много прибрежных улиц. Лазарева, да, и, может быть, Бирюзовая. И, конечно же, Победы. Вот так вот надо сейчас выбираться, чтобы попасть наверх. Привет, экскаватор. Все, всем пока. Всем до новых встреч в эфире. Вот, кстати, здесь я снимал ролик. Когда-то недавно.